Всем привет! Баба Вера, как всегда, с вами. Вот, скинули мне тут прям ссылочку, и я по ссылочке, кобра, в описании. И оказывается, Юля поет с Монатиком. О, песню «Кобра». О себе или обо мне, или вообще о природе. Не знаю. Ну, такое название, знаете, хочется послушать. Поехали! Сидив дома, ти до неї не ходи, і бійся грому, бійся темної води, під шкірою приходи. Вообще, эта коллаборация их мне понравилась. Хочется еще послушать их такое, знаете. Особенно, что они еще спели на украинском языке. Звучит круто и неожиданно. Клип получился такой стильный, крутой. О, как на украинской мове. Драйвовый. Такое слово хорошее. Драйвовый получился.
И песня, так, знаете, когда начинаешь вслушиваться в смысл, восхищаешься ею. Когда вроде это только музыку слушаешь, а если еще и слова. Знаете, как гармонично, как кобра, это типа женщина, знаете, вот наблюдает. Змея, как говорит, стоит и наблюдает, нет ли рядом какой-нибудь другой змеи, чтобы разобраться. Короче, поразили, заставили слушать, восхищаться ими. Молодцы, молодцы, успехов, новых побед. Так, конечно, неожиданно. И эта кобра сзади лезет. Я в шоке была. И главное, что украинский язык и так у них сочеталось, так молодцы. Пока-пока, до новых встреч. Баба Вера, баба Вера, баба Вера, баба Вера, баба Вера.